В последнее время в нашей группе замечаю, иногда проскакивают такие комментарии от довольно посредственных охотников, людей, которые на охоту ходят раз в год, раз в пятилетку. Что, видя фотографию женщины на охоте, сразу отзываются негативом. Дескать, баба на охоте, фу, бабье место на кухне, посуду мыть, детей растить и так далее. Для всех подобных индивидуумов и альфа-самцов сразу говорю, будет одно предупреждение. Потом вы просто будете удаляться из группы. Женщины-охотники имеют такие же права, как и мужчины. Не говоря уже о том, что большинство женщин-охотников охотятся гораздо лучше, чем мы. Просто ввиду физиологических характеристик они подходят к охоте гораздо лучше, чем мужчины. Я сейчас услышу очень много возражений, но на самом деле это так. Далее. Допустим, в моей стране женщин-охотников уже более 33%. И этот номер, эта цифра растет с каждым годом. Быстрее и быстрее. Например, самая быстро развивающаяся индустрия у нас в США, это одежда и охотничье снаряжение для девочек возрастом от 13 до 17 лет. В смысле, эта группа охотников растет быстрее и больше всего. Предупреждаю сразу, если такие альфа-самцы будут оскорблять женщин в нашей группе, они будут безжалостно и моментально удаляться. Не будьте быдлом, ребята. У нас в группе на самом деле не так много женщин-охотниц, но они профи своего дела. Это прекрасные женщины, это красавицы, это удивительные женщины. Поэтому имейте уважение, иначе, извините, но мы обойдемся без вас. Всем привет!